продолжаем движение к Новосибирску. Автомобили Шкода Рапид, коробка автомат, летняя резина, базовая комплектация. Автомобиль ведет себя вполне прилично. Может быть, салон несколько шумный. А так все хорошо. До финиша примерно, не знаю, показал 14 километров или до Банебра, не знаю. До финиша навигатор показывает примерно 26 километров. Но возможно изменение точки финиша. Подумал, прикинул, наверное, надо на каждом отдельном маршруте проверять систему навигации, сравнивать, насколько бы это было возможным. Сравнил. Все-таки голосовые подсказки очень нужны. Почему? Картинка картинкой. Вот сейчас полная засветка. Я не вижу картинку на... На Айго Прима. Или козырек ему делать.
Да, придется ориентироваться на экоклимат. Потому что тут уже еще что-то. Молчком везет. И я понял так, что трек пропал. Когда привыкаешь к навигатору, без него двигаться сложно, тем более по неизвестной дороге. По этому адресу я еще ни разу не был. Все-таки нужно посмотреть и мне, и автомобилистам, кто отправляется в путешествие дальнее, попробовать найти версию Айго Прима для Фройда, поставить на планшет. Я попробую это сделать. Тополиный пух. Очень много, не знаю, видно его будет на картинке, на видео, но пуха очень много. Забивается радиатор, радиаторная решетка, повышается охлаждение двигателя, ну и все проблемы. Воздушные фильтры. Мы в Новосибирске. До финиша предварительно 6,5 километров. Новосибирск. Столица Сибири. А тут бы на круговых, на таких вот. На кольцевых движениях тут за разведочки бы сделать.
запас бензина на 260 километров. Нам осталось, дай бог, 4-5 километров. Да, 5-6 рядов поворачивает на кольце. Продолжайте путь через 3 километра. Блин. Вот косяк системы навигации моего Прима.
осматриваете со всех сторон? Да, я все. Смотрю, осматриваю. Все. Блокировочная, да и внутри блокировка происходит. А так закрывается она на аварийку станет, шарится. Нет. Тут блокировка, когда двигаетесь, вот кнопка. Ну тут я знаю, у меня на потоке же машина. У меня Октавия была, Шкода. Да, она больше чуть-чуть. Так, проверили все. Да. Значит, запаска полноразмерная. Значит, ключи, вот этот как... колесный ключ, там, домкрат, то есть полностью машина, и этот, аптечка, Ну, то есть все у нее есть, да? Надо. Ну, новая, у нее было 100 километров пробег, сейчас можете посмотреть, 3200, по-моему, или... Да, под себя. 3500, ну, в общем, проехал 3300. Так, вот вам. Слушай, так, я коленями упираюсь. А отрегулируйте вверх-вниз. Вот там это, с левой стороны. Ага. Как? Вот вверх. Это?